Сразу извиняюсь за то, что у меня один раз могло там подлагнуть, или то, что я один раз случайно мог подуть в микрофон. Ну, а мы приступаем к просмотру. Всем хей-йоу, друзья! С вами, как обычно, я, Ркинг. Сегодня мы с вами будем играть в хоррор в Роблоксе. Это я в него еще давным-давно когда-то играл. Я, помню, играл на вот этой хоспитал. Но сейчас я не знаю зачем, но решил записать видео про то, как я буду играть в этот режим. Я в него очень давно не играл, но картинка, конечно же, здесь устрашающая. Там довольно-таки стрёмно выглядит. Угу. Так, лобби. Я надеюсь, вы будете слышать... О, кстати, тут пацан с такой же самой масочкой, как и у меня. Хм, прикольно. Так, давайте Play Story. Я не знаю, как одному можно это проходить. Так, тут, кстати, пацанчик прикольно, но ну ладно. Так вот. Угу. У меня есть тут 4 питомчика. Ну, он такой нубик. Потому что я очень давно в это играл. Так, ну. Кто-то будет еще заходить, потому что у нас сейчас игра начнется. Ну, скорее всего, никто не зайдет, и мы будем только вчетвером. А это будет опасненько. Потому что будут большие шансы, то, что мы именно. Точнее, я именно проиграю. Так, please wait. Вот, все, меня перекидывает. Так, видите, уже по картинке устрашающе выглядит. Здесь вам будут слышны звуки. Хм, тут прикольные такие звуки. Это за Робоксу, да? А, да. Не удивлен. У меня пока что почему-то еще ничего не прогрузилось. Почему у меня не прогрузились? О, все, пуфики всякие. Здесь будет слышно музыку, потому что, ну... Не, ну пока что музычка такая прикольная. Почему у меня не прогружены модельки? Скажите мне. Опа-на. Ой-ё. Какой у меня носик. Так, что это такое? Давайте... А. Хм, все, я сел. Ага. Так, ну я стою почему-то. Тут ноги. А, тут один чел сидит. Ладно. Так, пока что у нас все отлично. Угу, что-то они тут говорят на англише. О, я знаю вот эту штучку. Это типа там какие-то демоны. Ну, там отвечают, короче, на вопросы. Ты по буквам задаешь, и они отвечают. Так. Вот 25 робокс. В смысле? Мне бы дать 25 робоксов, было бы прикольно. Так. Здесь кодики. Ну ладно. Я не знаю кодиков. Я раньше, когда еще давно играл, я вводил кодики на петов. Так. Это как раз таки сейчас и получается будет что-то... Оу. А вот это вот уже... Начинается стрёмненько. А, ну, конечно, да-да-да. Вот это вот, конечно, лицо было стрёмное. Так, что, где это мы? Такие, кстати, звуки стрёмненькие. Так, клоуны какие-то. People... Ого! Я бы в реальной жизни не хотел бы на таких штучках побыть. А вот на такой я был. Угу. Так. Но все-таки это хоррор, и тут по-любому что-то будет связано с клоунами, потому что вот нам уже цирк показывают. Танцуем! Надеюсь, в этой музыке нету... как это? Монетизация мне не отключит. Хотя мне и ничего не платят. Опа-на. Я умею стреляться. В смысле? Они появляются? О, все.
Так, давайте пойдем сюда. Вот тут, кстати, не один я буду. А когда оно приедет? Никогда, понятно. Я уменьшу звуки. Потише сделаю. Так, мы садимся. Сейчас будет взлет. Потому что мы сейчас тут все, кстати. Угу. Так, мы поднимаемся. Все тут так модненько. Ё-моё, как там все одну штучку крутит там. Так, мы очень высоко поднялись. Тут довольно-таки стрёмненько. О, мы зато видим всю карту. Это прикольно. Так, я не могу отдалить от третьего лица, но прикольно. У-ху! Все получилось, да, все. Так, мы теперь выходим отсюда. Давайте, я хочу с этими ходить, потому что мне не особо, конечно. Ах, ты ж занял мое место. Пиу, 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 пиу. Ну, давай. Так, мы лопаем шарики. Так, все. Сейчас что-то будет, уверен, страшное. Потому что сейчас было весело, но... Сейчас-то уже будет не весело мне. Ой, нас просят зайти в цирк. В цирке всегда что-то стрёмное будет. Так. Ну, почему черный экран? А! Угу, понятно. Нас вообще перекидывают в другие режимы и... Угу, окей. Так. У меня снова здесь ничего не прогружено. Как обычно. Вау, ну, кстати, прикольно. Сделано. У меня по-другому сделано. О, вот по этому канату должен кто-то переходить, по идее. А, я прыгать не могу. О, я забрался! А, тут по нему ходить нельзя. Окей. А где я? И где все, кроме этого? А где я? Не понял. Если я сейчас буду на арене выступать, это... Ой-ё. А где-то я? Если я сейчас буду на арене, это все, это кранты мне будут. Мне больше всего так кажется. А это прикольно. Кстати, я знаю, в цирке в реальной жизни там будет, конечно, прикольно. Если тебя выберут из многих людей... Она сейчас упадет, чекать. Да. Звуки были, что она упала. А нет, все-таки я на местах. Ой-ой. Не хочу я туда подходить. Не советую туда подходить. Ой-ой. Зря вы подошли, конечно. Ой, какая она некрасивая это стала. Она ножку себе поломала. А где я? Снова где я? Я, как обычно, один где-то не знаю где. Ой-ё, вы это видите? Что это такое? Он, кстати, тоже. Так. No. Так, надеюсь. Так. Не знаю, что тут происходит. Это что было? Так, ну пока что это... Джоли, I'm sorry. Окей, так, что происходит? Ну, что произойдет дальше? Так, нас снова перекидывают в другой режим. Карнавал? Знаки вопросов. Что у меня... О! Ой, чё у меня так подвисает? Ой-ой, это где мы? Это что такое? Ой, это паркур! О, нет. Я уже боюсь представить, что здесь. А я думал, сова. Так. Так, я сюда еще не могу пройти. Упал! Или кто это упала? Да, упала.
Изабелла, куда ты упала? Капец, вообще ходить не умеет. Нет, пока что ничего такого страшного и не было. В принципе. Ну, в Роблоксе нет особо таких страшных хорроров. О, прыгаем, да-да-да. Сова. Угу. Так, мы идем за ними. Не, ну, по-любому кто-то... Не, ну, я не особо, конечно, люблю паркурить в таких режимах. Там, где, скорее всего, одна жизнь будет у нас. Так. Да, тут, скорее всего, на каждом конце паркура... О, все, можно уже паркурить. Так, аккуратненько, самое главное. Паркурить надо. Паркур. Новое движение. Что это? XX. В смысле? Так, я понял, скорее всего, как это... А, фух, я уже подумал. Так, давайте попробуем вот так вот. Так не работает. Ой-ё! Ой-ё! Бежим! Что происходит? Я не понимаю! Бежим! Вот это вот уже было стрёмненько. А вон он. Открывайте двери! Такие еще звуки. Фух, ну это было прикольненько. Так, что это такое? Рейнбоу. Радужный. Подожди. А ну стоп. Рейнбоу. Что это означает? Радуга. Подожди. У нас цвета. Наверное, я понял. Каждый охотник желает знать, где живет фазан. Или как он там называется? Подожди, первое красный получается. Нет, стоп. Красный первое. Нет, красный. Каждый охотник желает знать. Там как-то... О, вон там. Да, все правильно я сказал. Да надо красный загнать вот сюда вот. Ну куда ты его? Пацан, ну... Вот сюда вот фиолетовый надо. Да, правильно. Так, а красный должен катиться вот сюда вот. А! Ну куда вы его пинаете? Ну сюда же его надо. Боже. У нас чел просто тупенький. Не понимает. Вот сюда вот, давай. Да ну куда его? И куда он его пинает? Вы просто понимаете? Вот, все, красный, катись вот сюда вот. Давай, девочка, давай. Как же тут все сложно. Так, мы должны загнать когда-то красный цвет. Давай. Да! Теперь остался последний цвет. Но вот только из-за этого пацана мы постоянно не можем... Давай. Нет. Вот только из-за этого пацана мы постоянно не можем... Да, девочка, мы из-за этого пацана не можем. Капец. Вот что они делают? Точнее, он делает. А он пропал. Ага. Подожди. Сейчас я напишу. Ска
Как он там? Какой его там ник? Скаси. Don't. Так, вроде как я правильно написал. Да-да-да-да! Да! Наконец-то мы это сделали! Аллилуйя! Ну, пока что ничего... Вот там уже видно, что у нее лицо стрёмное. Видите? Сверху. Ну! Ой-ё! Где это она? Ой-ой-ой-ой! Так, что нам тут надо делать? А! Блин, я бы... Что это такое? А, это ж та девка, которая хотела нас только что убить. Что это произошло? Блин, знаете, мне как-то не особо хочется проверять. Ладно. Будем надеяться, что все будет окей. Ага. Мне кажется, его сейчас похитят. Вот эта девочка. Сколько нас... А, мы с пацаном вдвоем остались. Понятно. Но, в принципе, он хорошо играет, поэтому... Главное, чтоб я один не остался. Хотя... Это будет... Что это? Ой-ой. Ой-ой. Сейчас что это будет? Что это? Ну-ка. Оу, оу, он плачет. Так, и в чем? Джонни Карнавал? А, это, наверное, он вспоминает, как он маленький шел на этот карнавал. Да-да-да, это они вдвоем. Ну-ка. А, это его был лучший друг, и его убили. Я понял. Все, он плачет. Ой, это было резко. Это было резко. Извините, если это видео... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А как мне... Нет! Почему ты умер? Так, бежим! А-а-а! Бежим! Фу. Подожди. Я один остался. О нет. О! Меня... Normal aging. Один из пяти. Это было что-то с чем-то. Конечно, это было не настолько страшно, но, в принципе... Кстати, если вы хотите еще, чтобы я по этому режиму записывал... О, плюс 65 тысяч. Если вы хотите еще, чтобы я записывал по этому режиму видосики, значит, тогда пишите в комментариях, там... Типа, чтоб я записывал, или, ну, хотя ставьте лайки. Ну, короче, ладно. Тогда всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока!